Привет, дорогие мои, с вами Дыга Лариса, и сегодня я вам расскажу, почему я пользуюсь только косметикой Oriflame уже 20 лет. Я расскажу, как повысить свою женскую привлекательность и сделать это гарантированно по науке. Косметикой Oriflame я действительно пользуюсь уже 20 лет и выбираю только ее, потому что компания Oriflame шведская, инновационная и имеет свой собственный институт исследования кожи. Далеко не каждая компания может похвастаться такими вещами. Более 100 ученых ежедневно трудятся на благо женщин, на наше благо, девочки, чтобы мы с вами хорошели день ото дня. И благодаря тому, что компания приглашает лучших ученых мира к себе для работы, вы видите, что в каталоге пестрят надписи «клинически подтвержденные результаты», «клинически подтвержденные результаты». И вы видите эти надписи не только к продуктам по уходу за кожей лица, а это в первую очередь, но и к продуктам декоративной косметики. И я знаю, нас ждут еще очень интересные новинки, потому что то, что сегодня создают ученые, мы увидим в наших каталогах через 2 года, 3, 4, 5, 6 и даже 7 лет. Представляете? Представляете, что нас ждет? И именно поэтому я выбираю продукцию Oriflame, и я думаю, что то, как я выгляжу в свои 43 года, это результат использования продукции Oriflame. И я такая не одна. Подружки мои, которые тоже начали пользоваться косметикой Oriflame, кто-то 20 лет, кто-то 19, 17, 18, то есть уже достаточно длинный период они пользуются косметикой Oriflame, и только ею они так выглядят, что им никто не дает их возраст. И когда я об этом слышу, конечно, мне приятно, мое сердце наполняется радостью. И, девочки, у меня приятная новость. Впервые компания перешла на новый уровень. Впервые клинические исследования были использованы для аромата. И я, как официальный обозреватель компании Oriflame, получила этот аромат для обзора. Конечно же, уже с ним хорошо познакомилась. Это аромат магнетиста. И создание этого аромата компания Oriflame поручила двум французским парфюмерам, Эмили Копперман, а она была признана лучшим парфюмером 2015 года, и Аленор Массие. И они создавали ароматы не только для Oriflame, а также для Givenchy, Trussardi, Roberto Cavalli, Chloé и Versace. Верхние ноты в аромате – нероли, черная смородина и розовый перец. Ноты сердца – цветы пассифлоры, персика и жасмин. Базовые ноты – мускус, ваниль и сандал. Каждый компонент является афродизиаком, но в центре композиции находится цветок пассифлоры. И этот цветок в своем составе содержит флавоноид хризин. Именно он стимулирует чувства у мужчин и повышает выработку тестостерона. 33 мужчины, француза, специально для клинических исследований по этому аромату участвовали в тестах. Перед ними проходили женщины с разными ароматами или вовсе без. У мужчин замерялись, насколько повысилась их мозговая активность, выработка тестостерона, насколько участился пульс и насколько повысилась активность глаз. Повышенная активность глаз обычно пропорциональна интересу, который проявляет мужчина к женщине. И неизменно, когда появлялась женщина с ароматом магнетиста, у мужчин все параметры зашкаливали. И факт: парфюмерная вода магнетиста влияет на физическое состояние мужчин. Это клинически подтвержденный факт. Я уже тоже познакомилась с этим ароматом, и он необычный. У нас очень много необычных ароматов, каждый имеет свой характер, но вот с такого рода ароматами я не сталкивалась никогда. Он как будто бы живой. Вы его на себя наносите, и он сегодня на вас звучит более свежо, завтра более пикантно, слышно лучше розовый перец. Послезавтра вы слышите шипровые ноты, а может быть тягучие восточные. У меня такое ощущение, что разное звучание зависит от того, какой у вас день цикла. Вырабатываются разные феромоны у женщин в разные дни, и это влияет на нашу женскую привлекательность. И аромат, он как будто живой, он подстраивается под вас. Вот,
когда я его только получила, я его на себя наносила, и я слышала восточные тягучие ноты. Буквально со вчерашнего дня я слышу ярко выраженные шипровые, дерзкие, немного свежие ноты. И этот аромат меня удивил еще тем, что он очень живучий. Да, я его нанесла утром, целый день проходила, я его на себя не слышу, я с ним хорошо подружилась, спрашиваю у мужа, слышно ли, говорит, слышно. Я легла спать, на следующий день ничем не пользовалась, то есть прошло 2 суток с момента нанесения аромата. И уже через сутки проснулась утром, а я по утрам люблю делать йогу Сурья Намаскар, делаю зарядку и слышу явно выраженный аромат, такое впечатление, как будто кто-то его распыляет. Смотрю, муж сидит за компьютером, то есть моими духами не пользуется. Думаю, может быть, бусинка стащила пробник, разгрызла. Нет, она лежит на окошке, пусть греет на солнышке. Думаю, кто? Ну, явно слышу, вот прям ярко выраженный аромат. Я поняла, девочки, моя кожа согрелась, и аромат зазвучал вновь. Спустя 2 суток после нанесения. И причем вот ярко. Он живой, он удивительный, он действительно волшебный. У меня вызывает именно такое ощущение. И, конечно же, он займет свое особое место в моей парфюмерной коллекции. И я его буду использовать в особые дни, когда мне понадобится особая магия магнетиста. И если у вас тоже бывают дни, когда хочется, чтобы мужчины падали к вашим ногам, чтобы вы заставляли их пульс учащаться, и чтобы они не могли оторвать от вас своих глаз, то обратите внимание на аромат магнетиста. И если вы любительница свежих ароматов, и до этого восточно-цветочными, а именно это направление в этом аромате, не пользовались, то для вас я открою секрет, как же этот волшебный эликсир обуздать и поселить в своей коллекции парфюмерии. Распылите аромат под колени или сделайте ниже пояса облако аромата, войдите в него без одежды, прокрутитесь, позвольте капелькам аромата упасть на вашу кожу, и когда аромат будет согреваться, он будет подниматься вверх, мужчины его будут слышать, но вот здесь он вам мешать не будет. Напишите, успели ли вы познакомиться с этим ароматом, возможно, вы уже приобрели и пребываете тоже в восторге, в таком же, как и я. В любом случае, напишите свои отзывы, свои впечатления об этом аромате. Если же вы хотели бы приобретать косметику Oriflame со скидкой, но пока что не зарегистрированы, в боксике под видео есть ссылочка для регистрации, пишите, я обязательно вам в этом помогу. И благодарю, что были со мной, и до новых встреч. Пока-пока.